Здравствуйте, я Александра Трусова. Я впервые участвовала на катках на паркатах в Новогорске. Мне очень понравилось, потому что тут обстановка как на тренировках, не как на соревнованиях, все очень спокойно. Я в произвольной программе пробовала четверной прыжок. Он у меня не получился, но я буду стараться его выполнить, потому что еще много стартов, и я постараюсь его выполнить. И у тебя впереди этап гран-при в Австралии, да. Где ты тоже будешь его пробовать, да. Удачи тебе, Саша, и чтобы у тебя все хорошо получилось. Да, спасибо.